тювики приїхали до Бучі. Здорово! Привіт, тювики! Привет! Ты что, съемщик? Конечно. Ютуба? Конечно. На давай свою штуку. Вынос тебе есть. Как датчик перемотаешь изолентой рипсы. О-о-о. Я так... Ну, короче. Ну, он очень хорошо дергается по экси. Намного лучше. Такой тяжеленький. Ну, тяжеленький. Ну, дергается классно. Я мне сейчас ехать. Ну, ладно. Ну, да. Тю. Так, все, мы идем сначала в стрит, бо парк будет мокрый. Чуть раскаталась, я не раскатався, цей чел зараз буде робити X-Ride на Alphabar, и ты будешь снимать... Я дилбрэй сделал! Первый вау раз в жизни! Вау. Я на вмене снимаю. Ты будешь... Ничего страшного. Ты будешь снимать, бо ты сидишь, ты на подвесе приехал сидишь. Е! На камеру с первого! Крутой. Давай, давай, давай. Так, а ты что робишь? Что я сделал? Да. С первого ща. На барский? Да. Ты не умеешь? Нет. Дима, ты ничего не умеешь. Легендарний. Здорово. Здорово, сама легенда приїхала. Я тепер не один тут БМХ, Андрій. Що, сломався БМХ? Да, капець, БСД говно. Отуда треба трикачити на вас. Пішов нахер. Нового варту. Що там такое? Мел. Не, чекай. Ого. О, як я там сел? Зробив. Нормально. Крутий. Вау! Чуть подвес не убил. Я бы отпрыгнул себе главу. Давай, руби. Еее. Ру! Ру! Аплодисменты. А я не казал, а ты, блин. Ставьте лайк под видос. Да. Подписываемся на канал, ставим лайки, набираем 40 лайков и выходит новый видос. Вы не поставили лайк, он упал. Да, типа. Пожалейте. Не. Так, вот ось хочемо так от сюди летіти. Классно, если честно. Вау, что доктор прописал? А такие удары, что сильно съешь, неприятно. Жестко. Ничего. Я долетел. Так чекай, сколько тут? Метра три. А ну, Дима, можешь тупо? Вот. Постой так. Зара, чтобы не сказать. Ну вот, чекай, ты велик. Ну метр четыре, блин, вот.
Конкретно, типа. Чикс. Миша Примаков приехал до нас. Капец у нас сегодня. Капец у нас там вот стрижем. Шо, привет. Я только что долетел полностью, чекай туда. Ступени. Пол, прямо, так. Ладно, мы решили ехать в парк, бо пацанам скоро дом, и они хотели в парк. С наступный раз приезжайте в Ірпінь. Так, мы приехали в парк. Тут довольно темно, довольно погано видно, но нормально. Жить можно. Ну, вот зараз что-то попробуем. Думаю, тут пограем в байк. У нас команда. Вот вони. У них один дуже сильний игрок, інший не дуже. І ми у нас всі плюс-мінус такі. Да, просто різні трюки. Да. Окей, скидаем. А, ми не скидаемся ж. Чи скидаемся? Скидаемся. Договоримся, давай я второй повторяю. Ти перший, Діма, третій. Я перший? Да. Ну, я це... перший? Потому что надо повторять по очереди. Нельзя, чтобы ты мог два раза подряд за их команду трюки. Окей. Тоді я гадаю, давайте. Точно так же, по очереди должны наши. Давайте, главні игроки, скидаемся. Хто гадай перший, давай. Да. Раз, два, три. Сначала ножки. Еще раз. Ножки сначала. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Миша, гадай перший. Я предлагаю сначала рассказочку, а потом все нормально. Бэкспин на книжке, давай. Давай. Багчик. Я повторяю. Давайте я. А я сделаю, давай. Любя, алло. Любя, ты лох. Я сделаю. Я гадаю. Оп. Я гадаю в котрі Air. Окей, короче, у нас по черзі. Тобто, якщо ти. Поясним, що правило. Якщо ти, виходить. Якщо ти тільки що повторив, то ти в следующій грі. Ой, в следующому раунді не можеш повторити, правильно? Фінбек награть. Правильно? Да, але і. Из тех, кто еще не делал ничего, не повторял, то могут выбрать. Або то делай. Хорошо. Да, ты делаешь, да? Выбираешь, ты делаешь. Окей, делай, давай. Air квотер. Был, может, не хороший. Ну тут квотер такой просто. Я не привык, я не катался под ним, мне похуй. Не было. Пацаны, у вас, походу, бухо сейчас будет. Не, не было. Все, не... у вас буква. У вас буква. Теперь загадуете вы. Міша загадає, Міша не може. Ти загадуєш чи ти загадуєш? Давай, Ілля. Загадуй, Ілля. Подойди, загадуй. Давай тайр-греб на фані. Окей. Зділа? Да. Ну, оці, я не можу повторити, бо я вже повторяв. А ці дауни щось не зділи. Дім, надія на тебе, що ти зділиш тайр-греб. Надія тільки на тебе, що ти зробиш зараз тайр-греб. Давай. Повторюй, давай, давай. Це наша єдина надія не сполучити. Сделал? Хорош! Хорош! Зробив, повторив. Ха-ха-ха! У нас нема букви. У нас нема букви. Діма хорош. Хорош, Дмитро. Теперь ми загадуємо, да? Нет, ми гадаємо. Хорош, Діма, хорош. Ми гадаємо. Получається, або ти, або Діма гадає. Давай я что-то. Давай ти. А кто у них сейчас будет повторять? На выбор тоже, да? Да, або він, або він. Ну, понятно. Давай мене по вот этой тумбе я. Тільки він, ну він не сделает. Давай гадай. Гадай, гадай, гадай. Ну ладно, давай, но не факт, что я сделаю. Ну ты жук, давай. Ну я постараюсь. Парку. Ну, Артём, ну. Стоп, что ты? Він? Я гадаю? Ты гадаешь? Типа тэп в квотере без выката. В смысле без выката? В смысле без выката? А, я так гадаю? Или обязательно надо выкатывать? То есть ты хочешь сделать тэп и развалить, или что? Ну, без фейки, типа. Ну, а нет, на вкат это называется. Если не на фейке, то значит ты тэп и на в смысле? Ты и потом типа спрыгнешь, чи шо? Да. Уже фейки не умею. Ну нет, так нельзя, это же не получается. Делай типа ванетти, тэп и вкат. Или сильно жестко. Мог ты вип на фанбокс. А кто может повторять сейчас? Артём может повторять. А ну, Артём сделай плюс-минус. Ты прикалываешься? Да. Делай. Ну и сам не сделай. Вась, ну ты можешь повторять? Я скорее спаникаю. Ты скорее сейчас нас подведешь сейчас. Я тебе гадаю, ты рипал тут трогаешь. Ну, такое. Это считается или нет? Мне кажется, нет. Не считается, хорошо. Я даже не бачу, но все не считается. Слушай, что ты загадываешь?
Ты загадуешь, да. Я загадую, короче, я загадую трюк смерти, дизастер вот там. На том квотере, ой-ой-ой. Малой. Выйди, пожалуйста. Еп! Давай быстрее. Даже Миша сейчас можно сделать. Жук, ну ладно, зарубил. Никогда не делал, я не делал, наверное, никогда в жизни. Ладно, кто гадает? А кто гадает? Ты жук. Я гадаю. Ну хочешь ты, гадай. Что ты гадаешь? Что ты гадаешь? Ладно, ладно, ладно. Ну подиди, скажи. Бар через перилу. И мы не делаем, я ты загадал? Спинчик, загадал? Мы не делаем. Або він буде повторяти, я гадаю минуло там. Туди і до вот этой линии. Якої лінії? До встречни? Да. До второй или первой? До трещини в своєму стакані? Точно. Да. Давай. Во что кинуть? Так это очень рядом. У нас двох сразу. Ну да. Считается? Считается. Да, рахуется. Да ехал. Ну все. Я сказал, да. Дай мэнул, я тебя прошу. Чего? Не, давай я это... Дай мэнул там, я тебя прошу. А кто повторять из них будет? Кто из них повторять будет? Все? Або цей, або цей. Я уже не могу, я повторял. Хорошо, да, Миша, вот на раз. Пирамидке банихоп... Ван фут канкан на фейк. А зачем? Ну, він теж не зіла. Хорошо, давай. Почему? Чому? Да, хтось? Ти гадав, алло. Він гадає вже. Ти гадав вже. Тепер ти гадаєш. От з того квотера лапок, типа 180. Йо-моё. Челлендж називається «Сломати йому велосипед», я понял. Давай. Малим? Да, давай, давай. Щось, щоб вони зробили загадати. Ну, щоб не зробили. Так я можу бар загадати, просто і не виділювати. Давай. Це ж не... Флет, да. Це ж не інтересно. Інтересно? А, ото... Ілья, ну йому якраз челлендж буде, давай. Гадай бар з батьком. Та ні, це не... Він діяв? А? Він якраз діяв сьогодні. Він з прыжка. Прыжка, хорошо. Я б офігів, якби ти зараз не зробив. Ілья! Зробити і все. Раз. Що? А там був баник? Там був баник. Баник був. Окей. Був. Зробив. А тепер я виходить, так? Да, загадуєш ти. Смотрите, пацани, он загадував, як ти сказав би? В прыжках роснути руч? А я загадую в прыжках роснути раму. Вау. Вау. Чесно, Міша. Ти... Чесний який. Чел. А бэмчик можно притомить? По бар на квотер. Было. Пробивать не надо? Да можешь так, как я сделал. Це був правильний. Знімаєш? Так. Це був правильний загад. У нас тепер зрівнявся счет. Є бой? Дім, він не зробив. До трьох букв, бо пацани хочуть побистріше. Давай, що ти гадаєш? Рок-н-рол. А, ось цю штуку? Педалька скользиться. А, він там гадає, так він же не зробив. Можна ще раз попробувати туди з тобою? Попробуй. Ну, то ж не з квотера навіть було. Та ні, не читався. Ні, я не вважаю. А ти даже? Не, ну не считается, короче. И ты... Ну, трёху книжки там, пирамидки. Да. Да-да-да. Это третья буква будет, давай. Будь ласка! Да! Это кому выполнять? Всё, сидеть. Сдурели. Всё, получается. Предлагаю тебе даже не пробовать. Да. А, Миш, ты не можешь утерять, по идее, не? Нет, по идее. Подожди, я... Ну так, я Артём должен их загадав, и никто не повторяет всё. Так что да. Ну, получается, мы выиграли. Это что, трёху? Ура, мы выиграли! Еееее! Ура! Yes! Все, мы выиграли. Да. Мы едем по домах. Сегодня такой прикольный видос был. В принципе, ну да, нормально. Смешный. Дима и Вилка ровная.
Дим, мы, да, чуть-чуть криво вылочка, ну, в штоке. Вин... Она отрицательно ровная просто. Да, вин трошки сбои, трошки. Да, мы его не подкалываем, чтобы он не злился. А ничего, купишь новую за 1007. Эту продашь за 3. Смешный сегодня был такой видос, было довольно много трюков, и мы геймобайк еще пограли. И я выиграл, мы выиграли геймобайк. Да, я не один, не знаю. Наша, да, команда, хорош. Но ты своим присутствием, да, выиграл. Да, да. Короче, Талисман. Короче, да, сегодня был такой прикольный видос. Если вам хочется еще такие видосы с миллионом людей, миллионом трюков, то... Подписывайтесь. То подписываемся на канал. И главное, ставим два зараз головных пунктика. Самый главный. Та набрати 40 лайків під це відео. Обов'язково. І друге, це кожен пише хоча б по одному коментарю. Наприклад, спитайте щось, просто максимально тебе спитайте. Або, ну, взагалі, будь-який коментар, хоча б по одному коментарю. Лучше по два від кожного. Це взагалі буде. Буду відповідати на всі коментарі. Так, все, ми їдемо по домах, щоб не запізнитись на електропотяг до станції Ворзель. Все, всім пока. У вас із 15 хвилин залишилось.